делу. Мне очень было приятно получить награду в прошлом году. Это была первая награда коллектива «Ночные снайперы». Мы 25 лет трубили, вот, получили тарелку. И хочу вам сказать, что в этом месте что-то такое очень свежее и очень, знаете, понимаете, когда вот ты пишешь песни и говоришь, что тебе ничего не нужно, все-таки, Лепс, мы немножечко кривим душой. Получать похвалу приятно даже, мне кажется, в таком возрасте, как, собственно, поем. Поэтому музыка должна быть в этой стране разная. Я буду играть рок-н-ролл, сколько буду жить. А жить, я надеюсь, долго. Здоровья. Да, вообще. И вообще я жду, между прочим, чая. Очень хочется блинчиков. Спасибо, что вы выслушали. Да я уже все рассказала. Диана, Сергей, Муз-ТВ, пока несут чай и блинчики. Премия Муз-ТВ, музыка объединяет.